Доброе-доброе утро с кофеечком. Вот наши тут ласкаются, ребятки. Смотрите. Открыла я двери, забрали вчера нашу Анфисочку. Только я договаривала, елка сыпется, вся еще не убирали. Только я договорила, смотрите еще. Друзья, только я договорила, да, что, говорю, скоро сейчас приедут, и бах, звонок, и приехали за ней. Ой, в общем, душа болит. Фотографию вчера прислали. Ну, что такое елочка сыпется, она под елочку лезет, елка вся сыпется. Не надо, моя хорошая, не надо, потом еще рыгать будешь, наешься. Вот она подошла, смотрите, обтирается, и все сыпется. Под елочкой там лазит. Надо будет убирать. Мне коробки просто нет для игрушек. Я бы и сейчас убрала. Ой, простите. Так что надо елку убирать. Вот она там ходит и погрызывает. Я боюсь, как бы она потом не рыгала. Потом наестся, будет рыгать, это точно. Сейчас будет вся в иголках. Он ее это всю ее обдирает. Майя, кс-кс. Майя, нельзя там это делать. Нельзя, он елка вся шевелится, она дергает ее. Сейчас еще свалится. Майя, ну что ты там творишь, девочка? Посмотри, что ты наделала. Сейчас еще елка свалится. Было бы куда игрушки, я бы сейчас бы это... Елка вся эта шевелится. А кот там наш кричит. Я его выпустила, трусики одела. И он в трусиках бегает. Барсик, иди сюда. Майя, кс-кс-кс. Кс-кс, иди сюда. Потом рыгать будешь, сейчас наестся, рыгать будет. Нельзя ей это кушать. Майя, нельзя, нельзя. Ну-ка, ну-ка. Кыш-кыш, кыш. Кыш отсюда. Это что такое еще? А? Да, Барни, скажи. Это что такое? Мама, кофе села пить. Не даете мне кофе попить спокойно. Короче, елка у нас капут. Все. Были у дочери. У них там такая красивая елка. Но, знаете, я ничего не снимала. Потому что... Ну, против, они против, муж. Мы и то приехали с собачкой. Ну, в принципе, ничего не сказали, все нормально. Смотрите, что она оторвала эту елку и начинает ее жевать. Майя, ну-ка, нельзя. Это что такое? Потом рыгать будешь. Нельзя это делать. Наесться, знаете, у них бывает, они что-нибудь нажрутся или от цветов, потом рыгают. Я уже боюсь. Я думаю, от елки-то ничего не будет, но все равно. Она вон прям вся туда залезла, видите, что... И это жует эти колючки. Не могу вытащить ее оттуда, да, Барнюш? А Барнюшка ревнует. Я с ней разговариваю, он ко мне лезет. Кофе вкусно сделала, кофе. Сижу, пью, ребят, погуляли уже, сходили. Смотри, что она делает. Ест и все. Майя, нельзя это делать. Она вся в этих иголках, вся. Она, короче, быстрее эту елку куда-нибудь, не знаю. Барсик! Барсик, кс-кс. Барсик, иди сюда. Барсик. И кричит сидит там. Я, ребята, знаете, вымоталась за эти выходные, за эти праздничные дни. Я вам честно скажу, я вымоталась. И скажу, почему. Я готовила, ко мне приходили, да. Мы пошли, потом... Ну, в общем... То мы в гости, то к нам в гости. И мне постоянно надо было готовить, постоянно надо было. Извиняюсь, что я заикаюсь. Вчера сын был с детьми, со снохой, да, с Мариной. И, в общем, это тоже, как сказать, немножко... Как, мне была эти дни нагрузка, я сильно устала. Я понимаю, что это не всегда бывает, но все равно, знаете, я не знаю, я устаю. У меня какая-то усталость, вот честно вам скажу. Я какая-то вымотанная вся. Потому что мне надо было и то делать, и то делать, и то делать. Я как эта белка в колесе. Уставшая. Вот что она делает, а? Вот сейчас 100% наестся, потом будет рыгать. Это я уже точно знаю. Майя, ну что ты под елочку залезла? Короче, вот котят раздали, дверь открыла. Теперь они гуляют у меня туда-сюда. Разбежались все по комнатам. А что она делает? Май, ну что ты там творишь, а? Ну разве это можно? Майя. Так, Майя. Нет, мама не разрешает. Ребят, еле выгнала ее оттуда. Пришлось мне вот такую мухобойку брать ее оттуда вот так вот.
Она испугалась, выбежала, потому что по-другому никак. Она там жует всю елку эту, теребанит, с нее все сыпется, она там потом и рыгать будет, я уже говорила, да. Ладно, рыгать, лишь бы другого еще хуже чего не было. А то наестся этих. Но это, короче, срочно все убирать. В общем, придет сегодня с работы, скажу, чтобы коробки нес. Игрушки буду снимать, и надо ее выносить. У нас, по-моему, 7-го или 6-го забирают елки. Ну, в общем, такое все новогоднее. Но надо уже. Все, она уже никакая. В общем, ребятки, все. Кот там наш. Барсик, иди сюда, Барсик. Он в трусиках у нас бегает. Сейчас посмотрим, где он. Она знает, кошек ходит. Соблазняет, да. Соблазняй. Все равно в трусах. Все равно в трусах. Да, Майка, скажи? Все равно в трусах, да. Толку-то от этого, что ты ходишь, соблазняешь. Молочка напился, у него там молоко. Все, ладно, ребятки. Отрезала тортик. Такой вкусненький, прелесть просто с вишенками. Барнюшечка сидит, смотрит, как мама кушает, да? А мама кушает. Очень вкусный. Вот надо доедать. Там еще у меня больше... Нет, третья часть, наверное, осталась. Потому что мы вчера кушали. Вчера тоже готовила. Много сделала. Еще и старое доедали, и тортики. Всем понравилось. Вкусно так. Да, Майка? Бандитка ты? Ты бандитка? Мама тебя ругает. Смотри, намусорила. А ты намусорила, смотри. Мама тортик кушает. Вкусный очень. Вкусно, ребят. Попробуйте сделать. Вкусно там. Да, Барнюш? Смотрите, любовь какая. Обтирается. Майя, нельзя. Ишь ты, сейчас наешься. Майя, нельзя трогать елочку. Ну, вот так Барнюшку обтирайся, ходи. А этот, а этот. Ой ты. Барни, а что делаем? Что делаем? А, это что такое еще? Нельзя. Дай маме покушать. Так, Барнюш, дай маме покушать. Дай. Ты покушал уже. Сейчас кашу еще дам с мяском. Майя, ну-ка. Ну-ка, нельзя. У них взаимная любовь. О, скажи, еще по морде получил, да? Скажи, вот так, не лезь ко мне. Она, если не хочет, все. И только сама, когда. Ой. Барнюша заигрывает. Он че. Ой. Скажи, че ты за уськи мои трогаешь? Вот так, Майка, скажи. Да, Майя? Надо подарок разобрать, а то там мандаринки пропадут. Конфетам-то ничего не будет, а мандаринки пропадут. Вот. Подарков получили, мы надарили, короче. Еще впереди 6 на 7 русское Рождество. Тоже немножечко что-нибудь сделаю, да, обязательно. Потому что это, вот она пошла шкодничать. Майя, не надо туда, сейчас пойдет шкодничать, а? Это что за шкода у меня такая, а? Это что за шкода такая? Шкода. Ах ты, шкода маленькая. Ей все надо, знаете, вот все надо. Они, я думаю, что такое, они же вот эту вот уже вытащили. Май, вот зачем ты эту берешь? Не надо. Видите, уже тут все вытащили. Вот эту штучку. Вот Шкода, а? А, ты Шкода? Маленькая, ей все надо, везде все. Прошвендирит или как? Знаешь, да, помощник. Сейчас буду все убирать.
И вот еще одна помощница пришла. Сейчас буду игрушечки собирать в коробки. Потому что уже невозможно. Все сыпется. Игрушки, я уже боюсь, что сейчас повалятся. Надо все-все складывать. Сегодня я бы уже давно сделала, если бы у меня были коробки. Коробок просто не было. Вот сейчас Паша принес. Буду все складывать помаленечку, собирать. А на окнах, наверное, еще постоит. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас, если желание будет. Хотя еще и будет, как сказать, Рождество русское. Но все равно. Хотелось бы, чтобы тут еще побыло у меня бы, да, Барнюшечка? А там надо убрать все. Такие вот дела. Смотрите, какой красивый. Красивый, красивый, да? Вот. Красота. Ах. Что смотри, творят? Смотри. Ну, я вижу, что творят. Да, она сама хочет, Паша. А потом, ты что лезешь? Эй-эй. Чё-чё-чё? А, ну, чтобы она его, смотри, не поцарапала в глаза еще, не дай бог. Так, подождите, сейчас я сделаю немножко. Иди сюда, Майя. Майя сказал, не Барни, а Майя. Майя сказала. Ну что, Майя, иди ко мне, иди ко мне, иди. Иди ко мне, Майя. Майя. Ну что ты с Маечкой делаешь? Вот она тебе глаза точно там выцарапает сейчас. Майя. Барнюш, нельзя так. А, ну ладно, Барни. Царапнет барни, сейчас. Барни. Вот ты умники. Твой на тебя, твой. Тут и утики. Она ревнует, тоже сидит. Ба, это, Майя, иди ко мне, иди ко мне. Иди, Майя. Подождите, сейчас Майя, я вставлю. Майя, чтобы Майя, вы Майя. Видели. Майя, иди ко мне, иди ко мне. Сейчас она его опять лапает. Ну, я же говорю. Она его еще долбанет так, что это... И Майя. Глаз выцарапает, я боюсь прям. Майя, серьезно, что-то? Угу. Дай бог, надо смотреть, Паш, тоже не надо, чтобы это слушай, что-то сделать. Что... Это... Ну да, ну а что делать? Мне как-то ну, делать надо. Я ж не буду его за собой таскать. А! Телефон чуть не упал. Пускай. Фильм, давайте, играйте, фильм снимается. Мама поставила, все, давайте. Майя. Дубль Майя. Два. Внимание, дубль два. Давайте. Ну что сидите? Играйте. Дубль три. Майя, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Майя. Умная. Майя. Но она ж тебе не собачка. Майя. Это моя. Майя. Смотри. Она ж кошечка, ну да. Она зацепилась. Хотела его. Ну я боюсь, что она ему еще глаз поцарапнет, понимаешь, Паш? Не дай бог. Майя. Смотри, она прям, знаешь, знаешь, шутки шутками, а всякое может быть. Лучше не надо. Чего? Нам смешно. Чего? Чего царапать? Ой, смотри, как больно царапается. Да. Конечно, больно. Чё, Майя? Чё, Паша там гладит, да? Ты ревнуешь? А девочка ревнует. Ну, ты тогда её тоже погладь, чтобы она не ревновала, Паша. Да ревность, что папа-то там гладит другую кошечку. Дай. Ушко ему отверни. Пускай будет. Майя, ну что ему там? Ушко царапнет еще, не дай бог. Ой. Это что такое вообще? Барни, фу! Барни! Это что такое? А что, Сушка, ну-ка, Паш, не надо, ну-ка, пускай, царапнет ему в ухо, и все. Что тебе все, пускай это, пускай то, не надо. Все пускай, да не пускай.
Я пока буду это складывать игрушки. А что делает? А что делает? Вот что делает засранец, а? Ты что творишь, а? С девочкой. Вклинился. А? Вклинился. Ага. Она так насторожена. Да, маечка правильно. Ничего, не позволяй ему, там, чтобы он тебя обижал. Ну так, слышь, красивая такая стала, да? Угу. Нравится она тебе, да? Хорошенькая, да? Да. А эти где-то попрятались все. Так, ну ладно, сейчас дальше буду делать. Ну поиграйся с ними, чё ж, у меня же камера идет, скажи. Дубль 5. Мотор. Барни. Да что ж такое-то? Ты говнюк такой маленький, а? Что творит, а? Слушай, она это, ее гладишь, она стреляет. Ну, электризуется и стреляет, это разряды идут. Ну, понятно. Смотри. Ну, смотри, чтобы сильно не стрельнуло тебе. Как стрельнет? Стрельнет. Я уже боюсь, как, чтобы камера не упала. Уже и так ставлю, и так. Ну, ладно. Ой, что-то тихо сейчас буду, нос чешется. Будь здоров. Спасибо. Будь здоров, не падай, не падай. Эй, эй. Он что делает? Он что делает? Мальчишка развалился. Эй. Он что делает? Что Катя сказала, у него колбаса? Какая Катя? Внучка твоя. Ну что она сказала? Колбаса. Где колбаса? На него. Она сказала колбаса? Я не слышала. Почему она так сказала? Ну, потому что сказала. А, она на это, на писюн сказала? Нет, на собаку сказала. На собачку? Он играет. А что, посуда не мытая, что ли? А я же ее не включала, Паш. Конечно, нет. А что, ты ее разбирать собрался? Я же ее не включала, там же полупустая. Там еще доложь вот это то, что есть. Ничего докладывать. Включим потом, сейчас пока не надо. У меня камера включена, сейчас да. Не надо. Как включить? Нечего, когда в мойке я нам положила. Как нечего. Там есть, что здесь, что накладывать. Вот и накладываем. Так. Чай хочу. Давай, грызи папины ножки. Грызи, грызи. Правильно, грызи их. Мальчика так смотрит. Чего там, скажи, такое? Хвостик мой кто-то трогает. Бульбульку, скажи, мою кто-то трогает. Чего там такое мое делает? Чего там такое? Там на месте все, проверь, проверь. То, может, откусила половина. Ой, смешные, смешные, я не могу. Сегодня спали вместе. Какая у нас красавица. Смех и грех, вообще ужас. Я говорю, мы как-то делали, такая елка у нас была. Жалко было выбрасывать. Мне даже, знаете, набухли вот эти вот штучки. А это же, посмотрите, это что это, куда это годится? Мы купили ее где-то 25-го, наверное, или 26 декабря и поставили. И смотрите, что. Даже, может, позже. Не помню точно, или 27-го, или 28-го. В общем, я не помню, где-то так. И смотрите, что творится с елкой. Кошмар, да? Так, это нам такая попалась. А вот веточки мы там взяли бесплатно. Вот, да, вот ёлку купили, веточки бесплатно. Смотрите, веточка нормальная. Веточка вообще нормальная, хоть бы что. Видите? Тут, пожалуйста, вот эти ветки рядом с этой ёлкой лежали. Эта ёлка просто старая. Старая, давно срезанная уже. Вот, я сказала, все, больше не буду покупать. А муж говорит, нет, почему? Я говорю, у нас же такая елочка хорошая есть.
Ой, ребят, я устала. Сейчас мне надо видео монтировать, буду делать для вас. В общем, такой мусор сейчас он будет распиливать в пакеты и выносить. Потому что, ну, невозможно уже. Это же просто это никуда не годится, столько мусора. Она каждый день сыпется уже вся. Тут я ее поливала и все, и не знаю, почему так. Вот, говорю, старая. Так оно и есть, старая. Смотрите, как дружно спят. Барнюшка подглядывает. Только в разных этих местах солнышко светит. Погодка вроде ничего такая. Вот. В обнимочку пока не спят, да? Не спишь в обнимочку? Нет. Ой, тьмой, сладкий. Маечка рядышком. Девочка. Все, у них теперь свобода. Они гуляют у меня, где хотят. Где хотят. Такое сморщилось лежит. Да, парнюшка? Ну, спите, спите. Не буду вам мешать. Спите, мои котики маленькие. Так смешно. Я сижу сейчас за лэптопом. Смотрю, читаю комментарии, смотрю, а они тут лежат. Так приятно на них смотреть. Мои сладкие такие. Че, выспались? Выспались? Маечка спит еще. Ой, а ты сразу лапочки, да? А Маечка спит еще, да? Маечка, спишь? Ты моя кызонька. Ой, я этот сразу. Маечка, че, девочка моя такая? Какая шерстка у нее интересная. Вместе спали сейчас. Чё там? Кто там? Ой, все, он насторожился. Ну все, папу ждет. Да, Пашу ждешь? Ты Пашу ждешь, папу? Да? Да? Как только дверь там стукнет, он сразу такой. А вдруг там папа, да? Скажи. Ой, пойду посмотрю, наверное, да? Посмотреть пойдешь? Нет? Нет? Мама сидит тут. Тоже вот сидит. Носки спали. Как хорошо, удобно, что тут диван, и полежать можно. Хотела поспать сегодня немножко, что-то так устала. Уставшая вся, вымотанная. Ой, ты мой сладкий, ой, ты мой сладкий. Барнюшечка, ну не надо так, не надо. Котик мой, не надо. Шерстка такая холёсия, такой прям, такой блестюсенький весь. Куда ты, куда ты? Ну ладно. Ты куда? А, ой, ой, что делает? Ой, что делает этот ребенок? Лезет к маме. Все, мама сидит, ножки сложила, он диванчик. Что там, папа? Побежал. Что там, Майя, ты папу не будешь встречать? Нет, это не папа. Папе еще рано. А может, и папа? Мы не знаем, скажи. Мы еще не знаем, папа или не папа, да, Майечка? Моя сладкая девочка. Моя сладкая девочка.